Ну, интересная вещь, почему вот это такие бедные? Вот, и он же говорит, что время – это друг успешного бизнеса и враг слаборазвитого. Вот ко всему этому я хочу сказать, что Уоррен Баффет сегодня выводит свои деньги из активов, которые были вложены в розничные сети, скажем так, в ритейл такой своеобразный, ну, в общем, в торговлю. Потому что он говорит, что это, во-первых, сложно, и в ближайшие 10 лет торговля в том виде, в котором она существует, она изменится полностью. Но я думаю, 10 лет – это очень много, он таким с запасом сказал. На самом деле все происходит гораздо быстрее, и мир меняется. Особенно торговля меняется просто с ног на голову. Вот вы сегодня видите, какое количество людей у нас здесь сегодня, уже 70 человек, и насколько стерты сегодня границы. Здесь сегодня есть и Америка, и Израиль, и другие страны, и Украина, и Россия, и так далее, и так далее. То есть много кого присутствует, поэтому сегодня у бизнеса нет границ. И вот Билл Гейтс, причем не вчера он, ребята, сказал, это уже давно, вот в будущем на рынке останется два вида компаний, те, кто в интернете и те, кто вышел из бизнеса. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. То есть мы сегодня будем говорить о замечательной платформе, которая дает вам возможность, вообще просто неограниченную возможность для вашего бизнеса, если вы только поймете и вникнете. Вот, если вы, вас кто-то пригласил на этот вебинар, пожалуйста, сразу же после вебинара обратитесь к человеку, который вас сюда пригласил, потому что всю ширину и глубину я сегодня не раскрою, я в двух словах только покажу вам идею. Если вы смотрите это в записи, то обратитесь к тому человеку, кто вам дал эту запись. Потому что, скажем так, тема действительно интересная. И вот я тут буквально набросал, что вам может быть здесь полезно. Во-первых, это бесплатная регистрация, абсолютно бесплатная. Возможность предложить неограниченное количество товаров и услуг за ничего, просто то, чтобы о вас узнали, чтобы вы предложили свои услуги. Сегодня очень много всевозможных сервисов, например, Groupon и так далее. У нас тут в Приморье там лови купон, там и сайты всевозможные предлагают всевозможные скидки. Но как они работают? Если вы хотите, чтобы вас этот сайт рекламировал, вы должны предложить определенную скидку на свои товары и услуги. А этот сайт вашу скидку продает. Но вам с этого только клиент в бизнес. Причем вы обязаны еще сделать эту скидку. Здесь у нас все работает немножко по-другому. То есть вы можете за свои деньги сами свою скидку продавать. Опять же, если у вас нет своего интернет-магазина, да, или вы пока не хотите в это вникать, то это тоже для вас предложение просто замечательно. Потому что если даже у вас маленький совсем бизнес, и вы его делаете исключительно тогда, когда сами к прилавку там становитесь или еще что-то делаете, то данная система рекламирует ваш бизнес 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Бесплатно, заметьте, еще раз говорю. Причем есть у вас сейчас возможность продать товар или услугу гораздо дороже, чем она стоит на самом деле. Я об этом тоже сейчас сегодня буду рассказывать. Ну и в конце напомните мне обязательно, когда вы будете задавать мне вопросы, как заставить конкурентов работать на вас с помощью этой системы. Напомните мне, если я забуду, я обязательно вам расскажу, как это сделать. И, в общем-то, это вот те маленькие, буквально то, что вот всплыло в голову сегодня, потому что я на коленках делал эти слайды сегодня, торопился, до этого времени не было, неважно. То есть мы сегодня еще рассмотрим, кому это может быть интересно, то есть как предпринимателю, как бизнесмену, любому бизнесу, неважно, чем вы занимаетесь. Если у вас бытовые услуги, либо вы что-то продаете, либо вы что-то производите, может быть, у вас какие-то медицинские услуги, то есть это там или стоматологический кабинет, или какая-то клиника, может, салон красоты и так далее. Неважно абсолютно. То есть в любом виде деятельности можно применить эту платформу. Даже если у вас вдруг есть какие-то вещи, то есть, ну, которые вы хотите продать, которые вам в принципе не нужны, да, то вы тоже можете использовать эту платформу, которая называется у нас DealShaker. Такая интересная платформа, можно сказать, электронная цифровая барахолка. DealShaker.com. Можете зайти посмотреть. Сразу хочу сказать, она еще в периоде настройки, то есть в платформе всего 3 месяца. Я вот забыл скрин сделать, но на этой платформе зарегистрировано уже за 3 месяца больше 30 тысяч магазинов. Вот кто, уважаемые партнеры, можете посмотреть, скиньте цифру, и больше 200 тысяч частных продавцов.
Хотя компания нам говорит, что всего где-то 30 тысяч пока из зарегистрированных уже выставили свои товары и услуги на этой площадке. Вот. Ага, вот Марина пишет, 32 563 это предприятий зарегистрированных, и посмотрите, сейчас в чате вам напишет кто-нибудь, 200 с лишним тысяч, вот 210 тысяч, 211 почти тысяч человек уже зарегистрировано продавцами. Я вам больше хочу сказать, кто вникает в эту тему и у кого был какой-то бизнес, сегодня кто это понимает, что происходит, они думают, я уже со многими общался, реанимировать свой бизнес или запустить какой-то новый, потому что неограниченные возможности у этой платформы. Платформа называется DealShaker. И если вы все-таки еще не верите, скажем так, в то, что происходит, что жизнь изменилась, торговля в принципе изменилась, посмотрите на эти цифры. Google, который, в общем-то, в руках подержать нельзя, стоит 570 миллиардов долларов. Здесь справа, вот вы видите, да, я с капитализацию нашего Газпрома, то есть кого не спросили, Газпром это круто, да, это углеводородная компания, это энергия, энергетика и так далее, но стоит эта компания всего 51 миллиард долларов, всего в сравнении, смотрите, да, в сравнении с Гуглом это очень, скажем так, мало, десятки раз меньше. Но у Газпрома, извините, куча людей работает, оборудование там и так далее, то есть вложение денег там в новые месторождения, в разведку и так далее, и так далее, и так далее. 51 миллиард долларов. И слева есть такой сервис по заказу такси. Ну, России мало известен, он больше за Уралом туда у нас, да, здесь на Дальнем Востоке практически нет. И вот этот сервис по заказу такси стоит 69 миллиардов долларов. То есть называется «Прочувствуйте разницу». Газпром и сервис по заказу такси. Ребята, вот смотрите, мир изменился, хотите вы или нет, потому что то, что я сейчас вам буду рассказывать, в двух словах буквально вот об одном моменте, да, почему эта платформа имеет место быть сегодня, почему она, в чем ее уникальность и почему это бесплатно для вас сегодня может быть, как для предпринимателя. Вот обратите внимание на эти цифры. Я возвращаюсь немножко, спрашивают написать название платформы, я его сказал, DealShaker называется платформа, DealShaker.com. Итак, идем дальше. Вот здесь я указал такое, несколько картинок сделал. Это эволюция денег, такая недалекая, скажем так, эволюция. Я уже далеко не стал с золота начинать. Но тем не менее, вот все, наверное, знают эту бумажку в 100 рублей. И под ней написано, то есть это практически последние деньги, наверное, Советского Союза, которые реально были чем-то обеспечены. То есть вот под номиналом написано внизу, банковские билеты обеспечены золотом, драгоценными металлами и другими активами государственного банка. То есть это в принципе был эквивалент золота или чего-то еще. Вот пишут, да, месячная зарплата в Советском Союзе, и то не у каждого, хочу сказать. На окраинах получали по 70-80 рублей и нормально жили. Да? Далее у нас пластиковые карты с начала 2000-х годов, очень активно они вошли в наш обиход, и сегодня, наверное, практически каждый предприниматель, то есть, имеет терминал, который по оплате банковской картой, потому что если у вас его нет, этого терминала, то вы начинаете терять клиентов сегодня. Людям удобно рассчитываться по безналу, это никого не пугает, что в каком-то пластике их деньги находятся. Да? И даже вот такой у нас в России бывает ситуация, придешь, а у вас есть терминал, то есть по безналу рассчитаться? Говорят, нет, но вы можете мне на карточку перевести, то есть те, которые маленький-маленький бизнес имеют, не хотят платить комиссию за терминалы, все-таки с карты на карту имеют возможность перевести. А далее вот электронные деньги с приходом интернета появились всевозможные платежные сервисы электронные, но большая часть населения, по крайней мере у нас в России, как-то мимо прошли, они не понадобились никому, вот карточки как-то вошли в обиход, а платежные системы не очень, только тем людям, которые активно с этим сталкивались. Но когда выезжаешь за рубеж, понимаешь, почему, допустим, у нас на российской территории такая история, потому что, в общем-то, цивилизация, которую ты видишь там в том же Гонконге, да, понимаешь, что почему у нас люди до сих пор еще как ходят, паукаются на территории и ничего этого не видят, не понимают, что мир вообще другой на сегодняшний день. И мы плавно подходим к тому, что у нас сейчас
активно вводится, знаете вы об этом, не знаете, хотите, не хотите, активно в обиход вводятся цифровые деньги, криптовалюта. А скажите, вот единичку поставьте, пожалуйста, предприниматели здесь есть, кто вообще занимается, у кого свой бизнес там какой-то, хоть маленький, большой, неважно, единичку поставьте, пожалуйста. Вот, процесс пошел, хорошо, замечательно, есть такие люди. А теперь я вас попрошу поставить двойку те, кто вот, ну, кто единичку поставил, но кто в первый раз сегодня вообще слышит о том, о чем я говорю. Есть вот такие, да? То есть, в принципе, у меня задача даже, чтобы это у нас видео осталось. Вот, есть, замечательно, Андрей у нас сегодня есть, да? Еще есть что, ага, Саша Гончаров, и замечательно, ребят, я думаю, что есть и еще, просто стесняются, либо не знают, куда двоечку поставить, бывает и такое. Так вот, я сейчас быстро в двух словах вам расскажу вообще просто про криптовалюты, что это такое, если, ну, просто вдруг вы не знаете. На всякий случай я напомню, что в 2008 году была, скажем так, изобретена альтернатива современным деньгам. Ну, этот вопрос, он, видно, назрел давно, потому что вот то, о чем я говорил, да, вот про деньги, которые я вам показывал, 100 рублей советские, это были реальные деньги, хотя к тому моменту в мире уже обосновались фиатные деньги. То есть, что это такое? Это бумажные деньги, которые ничем не обеспечены, кроме честного слова, скажем так, государства, к которому они принадлежат. Конкретная была дата 15 августа 1971 года, президент Никсон Америки на тот момент объявил, что временно приостанавливает конвертацию доллара в золото и обратно. Но, как вы знаете, нет ничего более постоянного, чем временное. И вот в 2008 году произошел банковский кризис мирового масштаба, причем. И включили печатные станки, опять напечатали денег бумажных с тех пор в два раза больше, чем за предыдущие 100 лет. Но мало кто из вас стал богаче, я думаю, что это не случилось. Так вот, была придумана криптовалюта. Собственно говоря, кино оцифровали к тому моменту, фотографии оцифровали, музыку, осталось оцифровать деньги. Да? Вот на каждой купюре есть серия, номер, вот бумажку убрали, цифры оставили. Разница только в том, что криптовалюту нельзя допечатать. У нее есть определенный алгоритм математический, то есть, ну, скажем так, уравнение есть, в котором есть в данном случае вот у биткоина, первой криптовалюты, 21 миллион решений. Одно решение, одна монета, то есть набор цифр. То есть уникальный набор цифр, который нельзя подделать, изменить и так далее. Вот. И в этом вся ценность. Вот криптовалюта, если вы не знаете, я вот внизу накидал. То есть в 2009 году за 1 доллар можно было купить 1300 биткоинов. Вот. И здесь вот примеры приведены. Кристофер Кохан писал по то есть по криптографии реферат и узнал о биткоине, о блокчейне, на технологии, на котором она базируется. Для пробы купил биткоинов на 27 долларов. И позже, когда увидел, что действительно с ним творится, он продал свои биткоины на сумму 886 тысяч долларов. И знаменитая пицца. Знаменитая пицца, две пиццы, вернее, купленные за 10 тысяч биткоинов, а вот на 25 мая, это я считал, да, этот обед оценивался в 25 миллионов долларов. Вот, сегодня он поменьше, но, скажем так, криптовалюта очень хороша в том, что она исключает посредников в виде банков, да, ускоряет все транзакции, платежи и так далее. Но вот в частности у биткоина есть одна неприятная проблема. Вот смотрите, да, 22-е 2123 доллара, 25-е 2573 доллара утром, 2667 долларов вечером. Через 3 дня меньше 2000 долларов. Сегодня опять. Был утром 2300 с копейками, сегодня 2237. То есть, как предпринимателю, вот мне было бы неинтересно бы использовать эту валюту. Потому что, допустим, я сегодня продаю товар, у меня курс биткоина 2600, да, завтра еду на базу покупать товар, а курс уже 2123. Соответственно, я потерял. Поэтому биткоин, он нам показал дорогу, как правильно и как неправильно, что надо делать, что не надо делать. Но это больше, скажем так, такой инструмент для спекуляций биржевых. Вот. Чем сегодня очень хорошо и пользуется. Мы сегодня используем другую криптовалюту, которая называется OneCoin, которая вообще полностью имеет свою новую технологию, то есть очень серьезная скорость транзакций 20 секунд, то есть много-много чего другого. То есть у нас этот вебинар, эта информация есть отдельно, я на этом очень сильно останавливаться не буду, просто поймите меня правильно, что
Платформа DealShaker работает на криптовалюте OneCoin. Так вот, здесь я уже на этом слайде вам показываю, что да, вот вообще в обычных платежах, то есть у нас есть посредники, банк, да еще не один, да, а именно в криптовалюте исключается этот посредник. То есть напрямую от человека к человеку в любую точку мира мгновенное перечисление все транзакции. Да, и все это базируется на технологии блокчейн. Технология блокчейн, почитайте, погуглите, она внедряется сегодня практически во все сферы деятельности, да, в нее инвестируют очень большие деньги, и скоро вообще мир изменится настолько вот с вводом этой технологии. Ее сравнивают, скажем так, с изобретением интернета, то есть это второй интернет. И очень много бизнеса, вот, собственно говоря, растворится, он не будет нужен в этой жизни, и многие люди вообще останутся без работы. То есть в ближайшие там несколько десятилетий нужно будет придумывать, чем вообще людей занять, чтобы они с голоду не умерли, потому что это все будет роботизация. Я недавно буквально смотрел фильм про Китай, да, и сегодня даже в Китае, то есть там как бы это не позиционируется на уровне там масс-медиа, а как-то умалчивается, но многие заводы сегодня просто увольняют людей пачками, потому что ставят туда работать там роботы сплошные, то есть люди уже остаются без работы, но это не афишируется, потому что. Итак, блокчейн. Вот, как я сказал же, у биткоина 21 миллион комбинаций, то есть 21 миллион монет. То есть, собственно говоря, в мировом масштабе это не очень много на самом деле. И блокчейн, как бы, скажем так, если его сегодня нагрузить очень серьезно и основательно, он вряд ли справится с задачами. Да? В нашем случае у OneCoin алгоритм 120 миллиардов монет. И блокчейн рассчитан на очень серьезную нагрузку, транзакция до 20 секунд. И что такое вообще коин? Да, вот я тут такой пример приведен, как он вообще делается. Да, вот алгоритм, допустим, будет у нас 5 в данном случае. И задача у нас вычислить, сколько в цифре 5 будет там примеров, да, вот как можно сделать цифру 5 из простых чисел. То есть переворачивать их местами, допустим, нельзя. И мы делаем 3 плюс 2, это один коин, да? 4 плюс 1, еще один коин. И 5 плюс 0, еще один коин. То есть вот такой простой пример, как это решается. Но по большому счету нам, в принципе, и не должно быть интересно, как бы, вот самолет, когда летит, вы же не разбираетесь, как он летит, если вы только там не пилот или не техник, да? А в основном вы покупаете билеты, полетели. То есть и многие вещи, тот же смартфон, вы берете и им пользуетесь, не зная, как он устроен там. И так, та же банковская карточка. То есть это работает, это как бы это современно, это интересно, и то есть мы это используем. Вот теперь платформа DealShaker. Я сейчас покажу вам несколько примеров людей, которые уже используют платформу для своего бизнеса. Вот, то есть фотостудия, да? Фотостудия рекламирует свой бизнес, пожалуйста. То есть я сейчас просто покажу на некоторых примерах, потому что первый вопрос, который задают, то есть что я буду делать с вашими коинами. Да, это очень интересный вопрос, я в конце на него отвечу. Не разбегайтесь, подождите. Да. Опять же, вот парикмахерская, как я понимаю. То есть это очень выгодно, очень удобно, потому что в парикмахерской фотографии, то есть это по сути оказание услуги, то есть с минимальными вложениями. Вот производство фото и видеосъемки, то есть такие инструменты, то есть пожалуйста, вот варианты бизнеса, да. То есть можно как? Можно в принципе часть услуг продавать за коины, можно продавать купон на скидку. То есть и в таком случае, да, допустим, вы вот межсезонье. Все разъехались куда-то там, либо, допустим, у фотографа или оператора май месяц, там по каким-то приметам люди не женятся, либо это февраль или январь, не очень там как-то в очередь становятся люди, да. Но в таком случае вы можете продавать через платформу DealShaker скидку на свои услуги. Но скидку вы, за продажу скидки вы получаете свои деньги. То есть себе вы скидку продаете, вы за нее деньги получаете. Еще хочу сказать, что здесь я показываю, в принципе, я сторонник, чтобы за 100% OneCoin продавать услуги на платформе DealShaker. Но здесь есть условия следующие. То есть вы можете 50 на 50, то есть 50% вы можете выставлять в фиатной валюте, в частности это евро. И 50% суммы вы выставляете в монете OneCoin. То есть в криптовалюте. Можно так. В таком случае, друзья, регистрация бесплатная на платформе, но в таком случае, если вы при таком раскладе продадите, допустим,
свою услугу, она будет у вас стоить 20 евро, 10 из которых вы берете наличными, то есть евро, и 10, а это примерно один ванкоин, в криптовалюте, то в таком случае за каждую продажу с вот этой части, с части евро, компания за рекламу заберет с вас 25%. Если вы 100% продаете в коинах, в таком случае вы не платите ничего. По крайней мере, пока мы не наполнили эту платформу. Эта услуга для вас бесплатна. Причем, я вам позже покажу, сколько человек уже готовы рассмотреть ваше предложение в нашей системе. И смотрите, еще здесь, когда вы заполняете свой профиль продавца, вы можете указать свой личный сайт. Личный сайт, либо Инстаграм, либо Фейсбук, либо сайт-визитку, либо у вас интернет-магазин, в который люди, собственно говоря, вы будете создавать трафик клиентов на свой сайт или в свой бизнес. Далее, что у нас еще тут продают? Да? Вот то, что я говорил. Это стоматологическая клиника. В принципе, это, я не знаю, я даже не смотрел, где это, я просто сегодня быстро пробежался по сайту, поскринил, что продается, потому что предложений там большое, огромное количество. В частности, у нас есть партнеры, которые в Хунчуне у них знакомые, то есть китайцы, то есть клиника. Уже люди туда ездили, но там 50 на 50 коины и евро. Здесь полностью, да, здесь, ну я так понимаю, что здесь купон продается на, именно на скидку, на обслуживание вот, по поводу зубов. Я не читал внимательно, но тем не менее. Александр спрашивает, было 25, сейчас 50. Александр, вы неверно толкуете то, что я говорю. Я говорю, что 50% выставленных в коинах, с них 25% заберет себе компания. Я вам вот внимательно смотрите за тем, что я говорю. Далее, вот смотрите, у кого-то имеется биоптрон, да, если кто-то не знает, это такой очень хороший, замечательный прибор, довольно дорогостоящий, но он очень эффективный, да, и кто-то вот продает, пожалуйста, процедуру на биоптроне. Так, далее, что тут еще, какие варианты есть? Ну вот одежда, да, то есть одежда, то есть можно выставлять одежду. Например, смотрите, друзья, вот по поводу одежды, у кого есть бутики, допустим, да, что можно сделать? Допустим, заканчивается сезон какой-то, и вы делаете большие скидки на свою продукцию. То есть, можно же что сделать? То есть, по сути, за 100% даже дороже продать. Почему дороже, я позже расскажу. То есть, эту скидку вы можете продать, и человек придет, купит. А если вдруг у вас есть продукция, которая у вас осталась там с прошлого сезона, с позапрошлого сезона, она стоит мертвым грузом, и никто ее покупать не хочет. Ну, модники, которые к вам приходят. Но я хочу сказать, что есть огромное количество людей, которые мода, скажем, ну, мода это хорошо, но качественную вещь они с удовольствием бы у вас купили. То есть, вы здесь на DealShaker можете устроить распродажу своей продукции. Очень легко и очень быстро. Дело в том, что, смотрите, криптовалюта растет в цене, во-первых, из-за спроса на нее, во-вторых, из-за увеличения себестоимости добычи. Вот пока мы в компании OneLife, то есть мы находимся в стадии добычи монеты. То есть мы сегодня можем добывать по себестоимости, а тратить по рыночной цене. Вот на DealShaker в данной ситуации 9.75. То есть я вам сейчас к этому позже вернусь. То есть вы можете, собственно говоря, свой товар, который у вас лежит, продать, и еще немножко подождать, и, собственно, он получится у вас дороже продан. Вот очень тут много, я даже не понял, что это такое, это на китайском языке, то есть с китайской стороны ребята продают что-то автомобильное, очень много там, да. Вот здесь обувь то же самое, то есть, пожалуйста, я просто вам показываю, что здесь уже происходит. Хотите вы или не хотите, вот билеты. Это вьетнамские авиалинии, кстати, Вьетнам планирует криптовалюту OneCoin сделать чуть ли не второй национальной валютой, потому что там огромное количество людей владеют уже криптовалютой OneCoin, вот вьетнамские авиалинии в оплату принимают OneCoin, можно отдыхать на курортах, а вот здесь вот как бы есть такой вот Viva Испания, да, 7 ночей для 2 человек, 200 отелей в Испании, то есть выбирайте 12-29 коинов, то есть исключительно за коины, добыли по себестоимости люди, а тратят по рыночной цене, очень выгодно. Вот вертолетные прогулки, то есть вот даже такое есть, да, сегодня нашел. Далее, если вы вдруг рисуете картины, я не знаю, вышиваете, что-то делаете, какое-то свое творчество, есть люди, которым, в принципе, может быть, даже деньги в этом отношении нужны, да, чисто альтруизм, но
с помощью этой платформы за небольшую цену вы можете продавать свое творчество, и причем вас узнает огромное количество людей при этом. То есть вот, и даже с этой точки зрения можно подойти. То есть зайдите на платформу, погуляйте, посмотрите. Но она еще настраивается. То есть если какие-то вещи непонятны, не переживайте. Все в процессе, 3 месяца, как платформа запустилась. И сегодня, еще раз говорю, регистрация бесплатна, друзья. Придет момент, когда за вход сюда нужно будет платить, потому что очередь выстроится. Очередь выстроится 100%. А вот еда, да, вот еда. Смотрите, за 1 коин... итальянская пицца, да, то есть там я почитал, на выбор вы можете, оплатив 1 коин, то есть купив купон, приходите в эту пиццерию и выбираете на выбор там какой-то из вариантов, там 5 или 6 вариантов пиццы всевозможной. Также у нас попадалось, что комплексные обеды уже продают, уже в России и так далее. А вот здесь я специально, Amway, дорожный набор, да, это касается тех людей, которые занимаются сетевым маркетингом. Друзья, вот во многих сетевых компаниях нашей компании пугают просто вообще людей. На самом деле не понимают, что происходит. Сегодня вы можете с помощью платформы DealShaker найти себе клиентов в ваш бизнес. Смотрите, в любой бизнес, вот не касаемо даже сетевых компаний, которые там БАДы, да, косметика, да, кастрюли, все что угодно. Задача бизнеса какая? Привлечь к себе клиента и влюбить его в себя. Тем более на нашем постсоветском пространстве еще есть большая и огромная привычка все делать по знакомству. Это как-то приятнее, как-то ближе, да? И если, допустим, вот человек пришел в эту пиццерию, и ему понравилась пицца, да он больше в другую ходить не будет, он еще эту отрекламирует, скажет, там круто, там замечательно. Понравилась ему косметика, соответственно, он может стать вашим клиентом уже здесь, не на платформе DealShaker, а сделать, чтобы он в жизни вашем стал клиентом, да? Купил он у вас какие-то вещи в магазине, пришел, или в интернет-магазине, окажите ему качественную услугу, по-другому сегодня нельзя. Потому что если человек к вам пришел и больше не вернулся, один человек, второй человек, третий, пятый, тут варианты какие? Либо что-то с вами не так, либо у вас с товаром или услугами какой-то косяк, либо все в целом вместе взятым с вашим бизнесом все плохо, стоит задуматься. Поэтому вот задача сегодня, да, клиентскую базу собирать. Почему Google-то столько денег стоит? Потому что у них подписчиков, клиентская огромная база. А сегодня те, у кого есть люди, тому можно продать все, что угодно. Вот отсюда многие растут. А вот я хочу вам показать один пример. То есть мы с супругой трудились в одной компании очень долго, 7 лет, да, и у нас кое-что из продукции осталось, да, то, что мы пользуемся, но у нас еще есть такое новое в упаковке, скажем так. И вот недешевый такой продукт, очень хороший, очень полезный, то есть, особенно если вы живете там выше 4 этажа, не буду подробности рассказывать, скажу только одно, что стоял у нас долго, вещь дорогостоящая довольно, но стоило выставить на платформу DealShaker, прошел всего час, и смотрите, купонов было соответственно 1, проданных купонов 1. То есть этот продукт в течение часа ушел. Просто с колес сразу же. Раз и все. Люди позвонили, еще переживали, что не успеют купить. Понимаете? Какая история? А почему так произошло? Вот смотрите, да? Сложность добычи. Что такое сложность добычи? То есть с каждым вот добытым монетой, вычисленным алгоритмом в этом уравнении, например, да, становится все сложнее, то есть более мощный компьютер, больше затраты электроэнергии идет, то есть и сложность увеличивается, и цена монеты растет, себестоимость, помните, я говорил, да? Ну вот в нашем случае 120 миллиардов, очень хороший пример со стогом сена, когда в стог сена высыпали 120 миллиардов иголок, и вот первые иголки-то быстро находятся, да? А чем меньше их в стоге остается, тем сложнее их добывать. Вот такая история. И поэтому я вот здесь, смотрите, увеличение сложности. Вот она, да? А сегодня сложность, ну, сложность на самом деле, это у меня пакет очень такой серьезный, поэтому у меня на один токен дешевле сложность добычи. Вообще 99. То есть и стоимость сегодня, видите, одного OneCoin 9.85. А сложность добычи 92. Как будет 100%, будет еще дороже. То есть, смотрите, я сегодня продал по цене 9.75, принимается, да, вот здесь написано 9.75, где-то было написано, не помню. Ладно, не важно. А вот, 9.75. Подождем какое-то время, а мы лучше подождем подольше. И, соответственно, цена будет 20, 25, 30, дай бог 50 и так далее. В конечном итоге мой товар будет продан гораздо дороже, чем он сейчас стоит.
Елена спрашивает, как доставили. Ну, доставили, еще не доставили, но с человеком договорились, потому что это у нас в пределах Приморского края, это не проблема вообще. Вот. Причем, когда человек какую-то вещь хочет купить, есть контакты, он предварительно с вами связывается, вы обговариваете способ доставки, вы можете подружиться, поговорить и так далее. То есть эта платформа очень серьезно, очень интересно работает. То есть, в принципе, вы входите в контакт с человеком, хотя это не очень обязательно, но это очень классно работает, друзья. И вот то, что я хотел сказать вам. У нас сегодня людей, владеющих монетой, либо находящихся в стадии ее добычи, 3 миллиона 113 тысяч человек. И с каждым днем это количество людей увеличивается. Вот. Теперь у нас в планах 10 миллионов пользователей. Это было озвучено в июне прошлого года на событии в Лондоне, в стадион Уэмбли. Основатель компании, президент компании доктор Ужа Игнатова, что у нас будет 10 миллионов пользователей и 1 миллион мерчантов предпринимателей, друзья. Вот я думаю, как только мы цифру 1 миллион перешагнем, регистрация будет платная. Регистрация будет платная. И это все в планах за 2 года сделать. То есть мы, в принципе, идем в нормальном темпе. Год прошел, нас, видите, какое количество людей. Платформа DealShaker просто наполняется со страшной силой, хочу сказать. И мы сегодня на Дальнем Востоке будем очень серьезно этим заниматься, продвижением DealShaker. Ну и партнеры есть в городах по всей России. Сегодня, друзья, я хочу сказать, те, кто у нас находится здесь, да, чисто в России. Мы почему в России? Потому что мы пока с транспортными компаниями не разобрались. Вот у нас еще есть кое-какой продукт, люди с Будапешта просят. Вот мы сегодня думали, как им отправить. И, собственно говоря, мы в, я для своих сейчас говорю, в Телеграме создали группу именно вот DealShaker Россия, чтобы нам было немножко удобнее, потому что навигация еще не так работает, как хотелось бы. И мы туда в группе, почему в Телеграме, там до 5000 человек можно в группу присоединиться, и мы будем присоединять туда не только партнеров компании OneLife, а тех вообще наших знакомых, чтобы они хоть смотрели, видели, и как только будут появляться какие-то интересные вещи, то есть кто-то зарегистрировался, новый товар мы туда добавлять будем, то есть мы дополнительно еще будем эту платформу рекламировать, кроме того, что она сама себя рекламирует. Поэтому если вы предприниматель, у вас есть бизнес, то есть флаг вам в руки сегодня развить его, этот бизнес, потому что если вы мимо этого сегодня пройдете, неизвестно, что будет завтра. То есть я сейчас красной линией говорю о том, что нужно к новым технологиям срочно подключаться. Так, про конкуренцию я помню, да, Нинара. Простыми словами, вот для чего IPO, вернее, я еще слайд проскочил, один хотел сделать, забыл, смотрите, ребята, IPO, то есть для чего вам нужны коины сегодня, вот предпринимателю, вот, ну что с ними делать, да, вот есть они у меня коины. Первое, что вы можете сделать, то есть вы же сегодня живете, вы что-то покупаете, вы какими-то услугами пользуетесь, то есть по сути вы можете эти свои деньги цифровые использовать также для покупки каких-то товаров и услуг на платформе DealShaker. Я вот хочу сказать, что в Иркутской области действует сайт 100 друзей называется, и они давно его запустили, и там вообще просто как бы виртуальные деньги, по сути бартер. Вы что-то сделали человеку, оказали услугу, вам зачислены какие-то деньги. Также вы пошли, обменяли в другом месте. Но только это вот только в рамках этого сайта действует. Далее, мы на IPO выходим в 2018 году, ориентировочно ровно через год приблизительно. То есть публичное размещение акций какой-либо компании на бирже. То есть мы выходим на гонконгскую биржу, так как из этих 3 миллионов человек почти половина, да не почти, но половина точно азиаты. Вот, и, собственно говоря, откроется биржа XCoinsX, где вы сможете, если захотите, конечно, на тот момент обменять криптовалюту на фиатные деньги, там рубли, доллары, евро, на что угодно. Но еще момент, до выхода на IPO вы можете сегодня купить опционные сертификаты, которые будут обменены на акции компании. Вот зная мелкий бизнес предпринимательский, по крайней мере в России, друзья, мы как работали? Мы работали с колес. То есть вот то, что заработал, тут же в бизнес вложил, дай бог, чтобы он развивался, но чтобы с него деньги взять, нужно как-то вот что-то выдернуть, в чем-то прижаться и так далее. С виду вроде у вас мощный бизнес, но вы постоянно в него вкладывать пытаетесь, потому что хочется больше, хочется лучше и так далее. И, как правило, кубышка не создается никакая. Так вот, получая монеты OneCoin, вы можете их обменять на сертификаты, которые принесут вам в свое время акции компании OneLife, которые дадут вам дивиденды, в частности, из торговли с площадки DealShaker. Вот.
Вопрос, Константин спрашивает, сплиты будут после IPO? Нет, сплитов не будет, друзья, больше скажу, после IPO, хочу еще раз напомнить, в образовательных пакетах, которые предлагает компания OneLife, не будет коинов. Чем это нам грозит? То есть у нас остался ровно год, чтобы нам майнить криптовалюту. Я сейчас к предпринимателям опять же обращаюсь, вы можете не просто за товары и услуги получать криптовалюту, вы сегодня можете ее добывать по себестоимости. Спросите у тех, кто вам дал это видео и кто вас пригласил сюда. Поэтому, коль скоро после выхода на IPO у нас токенов не будет в пакетах вообще, то есть майнинг для нас прекратится. Значит, и сплитов, соответственно, не будет. Друзья, отрываете пятые точки от диванов, спать сейчас дорого, если вы хотите себе намайнить побольше монет. Но, опять же, каждая добытая монета, сколько бы она ни стоила, хотя бы как тот же биткоин или дороже, она потрачена и все, деньги закончились. А вот акции – это курица, несущая золотые яйца постоянно, это актив. То есть, обратите на это внимание. Идем дальше. Основатель и идеолог всего этого – доктор Ружа Игнатова. Я, опять же, каждый раз не устаю говорить, что для меня этот человек стоит в одном ряду с такими людьми, как Стив Джобс, Билл Гейтс, а также Джек Ма. Джек Ма, кто не знает, это основатель Alibaba Group. Вот. И выводит на IPO нашу компанию, это новый генеральный директор OneCoin Пьен Аренс, корпоративный банкир из Люксембурга. То есть это к слову о том, что в интернете вы много интересного про нас можете прочитать, в том числе, что это лохотрон и так далее и тому подобное. Друзья, мы никому не нравимся, особенно есть люди, которые просто невежественно не понимают, что происходит до сих пор. И работает еще радио там ОБС. Одна баба сказала. Одна сказала, другая повторила, третья не услышала, четвертая выдала вообще информацию непонятную. Поэтому если вы в ответе за свою жизнь, разберитесь глубоко и посмотрите. То есть вот такие люди, они в лохотроны не лезут и не играются в такие вещи. Далее, вот смотрите картинка, да? Слева вот такие хипари ребята, да? Это, кто не знает, я хочу сказать, что это вот команда, которая сделала Microsoft. Смотрите, да? Казалось бы, ну вот как за ними идти, что они там могут придумать, что они могут сделать. Справа это тоже одна из самых дорогих компаний мировых, то есть на втором месте сегодня по капитализации, это Apple. То есть эти ребята сделали Apple в свое время. И хочу сказать, что ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не тем, что вы будете делать завтра. Потому что с некоторыми разговариваем, ну вот мы посмотрим, как это будет выглядеть. Друзья, время настолько быстро идет, когда вы начнете уже что-то во что-то вникать, уже скорее всего будет поздно. Вот, это та информация, которую я сегодня хотел дать для предпринимателей, для мерчантов, да, для тех людей, которые хотят привлечь в свой бизнес новых людей. И, собственно говоря, как можно сделать так, чтобы ваши конкуренты начали работать на вас? Очень просто. Друзья, есть партнерская программа. И если вы регистрируетесь на сайте, у вас есть своя реферальная ссылка. Приглашайте своих конкурентов в этот бизнес, и с каждой транзакцией, которая будет происходить у ваших конкурентов, вы будете получать всю оставшуюся жизнь копеечку свою. Понимаете? Это, к слову, еще спрашивают, зачем вам это нужно, если это все бесплатно. Друзья, это пока бесплатно. Когда все хорошо, серьезно, мощно раскрутится, то за каждую транзакцию будет маленький, там какой-то вот меньше, чем Visa берет там MasterCard. Но тем не менее, если у вас много людей, которые у вас в вашей команде там что-то продают или что-то делают и так далее, то за каждую транзакцию вам начинает прилипать очень. В общем-то, сумма хорошая. Вот таким образом вы можете привлечь в свой бизнес своих же конкурентов. Это очень здорово, очень интересно. Так, теперь вопросы. Да? Так, про сплиты ответил. Как сертификаты будут соотноситься с акциями? Никто вам на этот вопрос сейчас не ответит, потому что сейчас идет аудит по этому поводу, и все будет зависеть от того, сколько сертификатов продано, во сколько оценится компания, сколько будет акций и так далее. Поэтому чем больше у вас сертификатов будет, тем лучше. Один к одному или сколько, неизвестно, я уже ответил на вопрос. Пожалуйста, задавайте вопросы, если они у вас остались, я с удовольствием отвечу. Быстро сегодня прошел, поэтому вот, да. Один коин, да, сегодня 100 OFC, то есть 100 сертификатов за один коин. То есть была возможность, был, когда мы покупали за коин 200 сертификатов. Я думаю, что потом будет 50, 10 и все, и до свидания. Кто не успел, тот опоздал. Да, сертификаты. Ну вот правильно ответил
Константин, да, что один коин 100 сертификатов, а там курс обмена на акции, никто вам сегодня не скажет, сколько это будет. Когда мы дойдем до этого момента, вы будете все знать об этом. Поэтому, если вам кто-то сегодня, я уже слышал, тут и уже расчеты делали, говорили, будет столько-то, столько-то, ребят, ну это все вот чистой воды профанация, потому что нет таких данных еще. Так, я так понимаю, что вопросов сегодня нет, я ответил на все вопросы. Я просто хочу сказать, что, ребята, вот кто сегодня услышал эту информацию, если вы в записи смотрели и осилили до конца, вот срочно обратитесь к тому человеку, который дал видео, пусть они вам помогут зарегистрироваться в системе, разобраться, как это работает. Как правильно это сделать? Товаров и услугов. То есть сначала технология такая. Сначала вы регистрируетесь как мерчант, собственно говоря, ссылку возьмите у того, кто вас пригласил. А потом, когда компания одобряет, вас проверяет, вы можете подгружать товар. То есть одна единица, одна запись учетная. Одна единица, одна учетная запись. То есть, если у вас 10 товаров, то нужно будет 10 создать страничек там, с товаром. Да? Вы выставляете, допустим, у вас есть там 10 каких-то продуктов, которые вы хотите продать, а вы выставляете там, можете 10 купонов, можете 2, можете 3 и так далее. То есть, сколько купонов вы хотите продать на эту услугу или на скидку на эту, то есть, вы столько-то выставляете. Человек, когда покупает, он вам отдает купон, там цифры есть, да, вы с ним договариваетесь, вы ему отдали товар, купон погасили, все. То есть, вам деньги на счет зачислились. Все просто работает. То есть, самое главное. А вот Александр спрашивает, а если у меня магазин? Магазин какой? Интернет-магазин или просто магазин, Александр? Так вот спрашивает Вячеслав, ссылку на запись, да, можете найти мой канал Валерий Владрич в Ютубе. Ну, ссылка в чатах будет. На земле, да. Александр, ну, на земле зоотовары, замечательно. Я думаю, что самый лучший способ сегодня начать вам еще свой магазин через Инстаграм продвигать или через интернет-магазин какой-нибудь, чтобы вы могли это делать. И второй вариант, то есть, соответственно, вы когда на земле, вы регистрируетесь как предприниматель, вы указываете адрес вашего магазина и пишете самовывоз. То есть человек, если в вашем городе покупает купон, он либо на скидку, либо на какой-то товар, он приходит к вам в магазин с этим купоном, либо кафе у вас, либо что угодно на земле приходит, и вы видите, что да, действительно, вы в своем открыли свой кабинет, видите, что такой купон куплен, человек его принес. Вы ему отдали товар, купон погасили, да? И все. Либо созвонились по телефону, он не может приехать, отправьте мне, пожалуйста, куда? Там в соседний город, либо в соседнюю, там, я не знаю, деревню, или в этом же городе доставку оформите. То есть это уже, пожалуйста. Вот Вадим пишет, что я продал щенка на этой платформе. Вот все работает, все продается. Так, Светлана, для мерчантов после регистрации хоть сколько можно товар продавать? Или каждый раз надо мерчантам регистрироваться? Нет. Смотрите, пока есть активный купон у мерчанта в продаже, то есть его номер не блокируется. То есть, когда активные купоны закончились, и какой-то период он активность не проявляет, я не знаю, сколько по времени не проявляет активность, он стоит зарегистрированный. Причем, когда человек регистрируется у вас как мерчант, то есть у вас в личном профиле, я к партнерам обращаюсь, есть две ссылки. Одна для регистрации в OneLife, одна для регистрации ниже, которая стоит на DealShaker. Вот. И когда человек даже по DealShaker ссылке зарегистрировался, вы видите его в себя в структуре со значком с буквой D. Вот. И даже при этом у человека появляется свой профиль в OneLife, если вдруг он захочет приобрести образовательный пакет и научиться майнить наши монеты. То есть вот такая история. То есть в принципе он может это сделать. А можно зарегистрироваться самому, купить образовательный пакет и самого под себя мерчантом зарегистрировать, чтобы с себя самого еще деньги получать. Ага. Значит, надо побольше купон взять. Побольше купонов и, соответственно, так, как привезти к площадке интернет-магазин только с одним товаром. Владимир, смотрите, вы когда оформляете профиль продавца, вы у себя там в описании указываете свой сайт. Там прям даже есть вкладка. Если у вас сайт, вы его вбиваете, и когда человек открывает покупку вашего товара, он читает ваш профиль и видит, собственно говоря, ваш сайт, на который он может перейти. То есть это возможность получения бесплатного трафика на ваш сайт дополнительный, понимаете? Бесплатно причем, друзья, еще раз говорю, халява, хватай, пока дают.
Потому что можно пока еще все вообще бесплатно, можно себе такую клиентскую базу наколотить в бизнес, что мама не горюй. А то, что криптовалюты входят в наш мир уже прям плотно, мощно, это уже не обсуждается. Это уже и на уровне правительства говорится, что надо срочно что-то делать. Вот в Японии недавно состоялось мероприятие на 8 тысяч человек. К слову сказать, что Япония признала криптовалюты платежным средством, то есть наряду с иеной. И, правда, там биткоин можно там не больше, эквивалент $1000 за одну покупку, но так как там очень серьезные люди на этом мероприятии были, и было озвучено, что к 2020 году в Японии 100% магазинов будет принимать к оплате ванкоин. Япония, друзья, автомобили, майните сегодня монету по себестоимости, потом лексусы будете покупать за копейки. Потому что, вот смотрите, да, человек купил дорогостоящий, я вот немножко отвлекся, забыл сказать, человек купил дорогостоящий матрас для здоровья. На самом деле он ему обошелся в копейки, потому что себестоимость добытого монеты ему, когда человек еще год или два назад майнил, или даже сегодня, в зависимости от пакета, да, он ему обошелся там не по 9,75 евро, а, допустим, по пол евро. И вот эти 278 коинов, которые были потрачены, на самом деле там, может быть, 100 евро, может быть, еще меньше ему этот матрас обошелся, друзья. То же самое сегодня со всеми, с путешествиями, с автомобилями. То есть, хватай мешки, вокзал отходит, надо только мозг немножко включить, надо вам это или нет. Вот сейчас разберитесь, что это нужно сделать сейчас, если вы хотите в этом участвовать. Потом не говорите, что вас никто не предупреждал. Мы-то для себя это сделали, наша задача просто вам рассказать. А уже принимать решение будете вы сами, надо вам это или нет, делать это или нет, участвовать в этом или нет. Просто когда вот в современном мире, если вы не включаетесь, бизнес начнет тонуть, корову не кричите. Так, ну я Владимиру ответил, тут немножко разошелся дальше. Друзья, ну я так понимаю, что вопросов больше нет. В принципе, мы в час даже немножко меньше уложились. Я надеюсь, я не уговариваю никого, друзья. Моя задача дать информацию. Просто у меня эмоции переполняют, я-то понимаю в этом. Я уже 2 года как в теме, год активно работаю, тружусь, потому что я вижу, что это работает, что продается. Я для себя какие-то вещи там нахожу очень выгодные, да? Вот. Поэтому уговаривать нет задачи. Тут решайте сами, с нами или без вас, это все работает уже. Просто, опять же, я еще раз хочу поставить, вот золотой поезд с золотом груженым, подошел, груженый поезд с золотом, говорит, ребята, кто есть, билеты продаются. А некоторые говорят, не-не, лохотрон какой-то, поеду на ржавой маршрутке, пусть меня на конечной остановке ограбят, лучше там последние отберут. Про чудо-колесо, Константин, но это уже опция про колесо, это, скажем так, не в рамках нашего вебинара, это одна из акций, которая снижает себестоимость вашей монеты. То есть пообщайтесь с теми людьми, которые вас пригласили сюда, они вам скажут, как можно сейчас, как можно дешевле добыть монету, потому что этот год будет такой акционный, интересный, год мерчантов объявлен. Сегодня компании задача перед выходом на IPO как можно больше в частные руки монет раздать, чтобы как можно больше пользователей монеты было. А чем больше пользователей, тем, вы помните, да, тем выше цена монеты на рынке будет в оконцовке. А потом те люди, которые поймут, что это действительно круче, чем биткоин, когда мы на IPO выйдем, где они будут брать монету? На рынке. А кто ее на рынке будет продавать? Правильно, мы. Вопрос, мы еще подумаем, продавать или ее нет, потому что лично мне жалко что-то. Мне уже сегодня жалко ее продавать. Друзья, ну я надеюсь, я ответил на все вопросы. Надеюсь, вебинар был вам сегодня полезен. Включайтесь, звоните тем, кто вас сюда пригласил. И опять же, вот Роберт Киосаки сказал, ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не тем, что будете делать завтра. До новых встреч. С вами был Валерий Черезов.